Тогда был странный день. Это я сейчас понимаю. Странным было все. От звонка Маришки, моей бывшей коллеги в 6 утра в субботу до нелепой, страшной, неоднозначной развязки спустя несколько часов. Но разве придаешь значение странностям, если рабочая неделя позади? Впереди два дня с великолепной перспективой полнейшего безделья, а за окном голубое безоблачное небо. Все вышеперечисленные факторы повлияли на мой положительный ответ Маришке, у которой мама приболела, а поездка куплена заранее. И это всего лишь сутки, дорогая. Посиди с Васькой, пожалуйста. Вот так и случилось, что пятилетний Карапуз сидел на моей кухне пару часов спустя, жуя наспех сделанный бутерброд с колбасой и болтая ножками. А я судорожно перебирала все занятия, которые могли бы быть интересны пятилетнему Ваське в ближайшие 12-13 часов. Потому что в 9 вечера, повинуя строгим инструкциям его мамочки, я уже должна была уложить его спать. Решение было принято быстро. Его мне продиктовало солнце, бьющее в окно, и звонкие голоса играющих под окнами детей. Мы отправились на прогулку. Первые странности, которые еще не бросались мне в глаза, но уже начали неприятно царапать где-то там, внутри. Начались как раз таки у подъезда, где Васька, что-то бубня под нос, налетел на большого грязного бродячего пса. «Стой, Васенька!» Я постаралась не кричать, чтобы не испугать ребенка, но видимо плохо получилось, потому что Васька опешил и тут же заорал. «Мама!» «Мне страшно! К маме!» И спрятался за меня. Собака не делала попыток напасть. Она лишь пристально следила за нами взглядом, скалилась и поскуливала, как будто у нее что-то болело. Бешеная стучала у меня в висках, приговаривая «Тихо, Васенька, тихо!» Я отошла куда-то в бок, таща за собой хнычущего и упирающегося ребенка. Дальше больше. Мимо нас прошли две моих соседки по этажу. Милые общительные бабушки. Обычно, но не в тот день. Странно, кричаще пестро разодетые. На мое приветствие они отреагировали нелепым квохтанием и хихиканием, неприятно искривляя губы, накрашенные одинаково ярко малиновой помадой. Пожав плечами, я продолжила свой путь, отвечая на бесконечные Васькины, что, где и почему. Возле детской площадки, где я планировала провести большую часть прогулки, я увидела единственную скамеечку и, отправив Ваську на разноцветные горки и качельки, с чувством выполненного долга плюхнулась на лавку и огляделась вокруг. Странность номер два. На эту странность я уже не смогла бы не обратить внимания, даже если бы захотела. Плюшевый мишка, Милый такой, серо-голубого цвета, с глазками-пуговками и клетчатым шарфиком, лежал себе и лежал возле лавки. И что бы в этом странного? Если бы не волна ужаса и какого-то неясного отвращения каждый раз, когда мой взгляд останавливался на нем. Внутри все сжалось, тошнота подступила к горлу и резкая судорога скрутила мой живот. Все дело было в игрушке, я точно знала, каким-то внутренним звериным чутьем. Подбежав к Ваське, я схватила его за ручку и быстрым шагом, не оглядываясь, пошла в сторону дома. Уже подходя к своему дому, я обратила внимание на странное обстоятельство: такая прекрасная погода, разгар дня и такая пугающая нелепая пустота вокруг. Уже не играли дети в песочнице не прогуливались мамочки с колясками. Лавки были пусты, в окнах не видно было силуэтов, и даже звуки, обычные для улицы, были несколько приглушенными, словно эхо. Дома мы позвонили Маришке, хотя связь была ужасной, и я, посадив Ваську перед телевизором, побежала готовить обед. Вернувшись в комнату с двумя тарелками макарон с сыром, я увидела, что по телевизору шел какой-то старый черно-белый фильм ужасов, где убийца в маске смешливого поросенка гонялся за своими жертвами. «Вась, ну ты хоть меня бы позвал, что же ты ерунду всякую смотришь?» – проворчала я укоризненно, протягивая ему тарелку с едой. Пощелкав по каналам, я убедилась, что альтернативы не было – триллеры и новости – малоподходящее зрелище для ребенка. Долго и бестолково тянулся остаток дня. За что бы мы с Васькой не брались – рисовать, что-то строить или просто читать – все нам казалось скучным, неинтересным, блеклым. Белобрысы и пухленький Васька меня немного раздражал. И он, видимо, чувствуя мое внутреннее состояние, постоянно конючил и хныкал, прося то попить, то поесть, то просто требовал отвести его к маме. Словно мы оба предчувствовали нечто грозное, страшное, неотвратимое. Эта нервозность выражалась в наших мелких обидах и Васькиных слезках, капризах и атмосфере недовольства. Девять часов вечера пробили мои старые, доставшиеся от бабушки часы. И я, сучила Ваське стакан молока и печенья, и быстро постелив на своей кровати, стала его укладывать. Целый час уговоров, колыбельных и сказок. И вот, наконец, Васька провалился в сон, смешно надув пухлые детские губки. Я тоже недолго сопротивлялась, сказалась накопленная за день усталость. И хотя раскладушка была старенькая и шаткая, я скорее всего отрубилась, нежели уснула. Что-то разбудило меня, причем разбудило не резко и неожиданно, а как-то из-под тяжка, ужом вползая в мой сон. Я привстала на раскладушке и попыталась понять, что это было. Комната была тускло освещена прыгающим пламенем свечи. Хотя, когда я ложилась, ночник горел в коридоре, по просьбе Васьки. И никаких свечей не было и в помине. Я бросил взгляд на кровать. Васька спал, сбросив одеяло и широко разбросав ноги и руки по кровати. Странный звук шел со стороны шкафа. Я повернула голову туда. Из зеркальной двери шкафа на меня смотрел Васька. Он был одет в подобие ночной рубашки, белой и просторной. И это его маленький кулачок сжимал свечку, от которой исходил неровный свет. Он стоял и смотрел на меня. И только звук. Звук скрежетания маленьких зубок. Единственный оставшийся звук во всей вселенной поглотил мое сознание, заворожил меня, приковал меня к месту. Шелохнуться или двинуться я просто не могла, и единственное, что я могла делать, это наблюдать за происходящим в зеркале. Нечто похожее на Ваську долго стояло, не двигаясь, глядя мне прямо в глаза и бессильно скрежеща зубами. Потом маленькая ручка поднялась вверх, странным дерганным движением опустилась вниз. Вверх-вниз, 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 как будто отмеряя секунды моей жизни. Умирая от ужаса, я наблюдала, как этими же рваными марионеточными движениями зеркальный Васька долго-долго шел в угол отражения моей комнаты, где целую вечность он опускался на коленки маленькие розовые расцарапанные колянки, и его начало рвать кровью. Скрежет прекратился, и сознание с милостью велось надо мной. Я провалилась в благодатную тьму, без снов и видений. Разбудил меня свет солнца, бьющий в окно, и телефонный звонок. Я подскочила в своей кровати, потянулась к телефону и машинально глянула на часы. 6 часов 2 минуты показывали они. Медленно, медленно я открыла телефон и посмотрела на определившийся номер. Звонила Маришка. «Алло!» – бесцветным голосом ответила я. «Дорогая, извини, что так рано беспокою, но тут ситуация!» – заболела мама. «Не с кем оставить Ваську!» «Не могла бы ты...» Пробивался к моему сознанию звонкий Маришкин голос. Я оглянулась назад, Комната была пуста, солнечный свет заливал окно, теплая кровать, в которой находилась я, была гостеприимно распахнута. Нет, ответила я и повесила трубку.